А меня зовут Соня. Мы ходили в экспериментариум. Там были всякие интересные штуковины. Там мы ходили в лабиринт. И сейчас за нашими спинами танцуют черные дяденьки. И там мы это смотрели, там дяденька был из Гавайев, американец, который на велосипеде был одноколесный. Ну, Соня. И мы фотографировались около всяких экспонатов. Да. Мы ходили в лабиринт. Соня, мы осмотрели карпов, они там плавали в воде около кафешки, где отдыхать. Вот, и еще там еще пускали всякие карапки.